Всем огромнейший привет! С вами Екатерина и Обустроена. И сегодня мы дадим новую жизнь вот такому настольному светильнику, который в процессе эксплуатации потерял свой абажур и остался вот такой непримечательной конструкцией. Итак, что мы будем делать? Мы будем делать розу из 1-мм фоамирана. И, соответственно, для нашего замысла нужен 1-мм фоамиран. Итак, мы будем вырезать лепестки двух размеров. Поменьше таких нам потребуется 11 штук, и побольше таких потребуется 12. Обводим зубочисткой и вырезаем. Тонировать лепестки я буду вот такими строительными колерами от Polyfarb. Итак, первые 4 лепестка, это внутренние. Их мы будем тонировать практически полностью, но с одной стороны, потому что вторая у нас будет внутри, ее будет не видно. То есть нам нужно затонировать внешнюю сторону. Переворачиваем. И тонируем вверх. Он будет у нас отворачиваться, поэтому нам нужно, чтобы он тоже был немножко зеленоватым. Следующие 3 лепестка тонируем уже не так высоко, где-то на 2/3. Следующие 4 тонируем до половины. Теперь беремся за большие лепестки и разделяем их на 2 ряда, 5 и 7 лепестков. Те, которые 5, мы тонируем наполовину снизу. Последние 7 лепестков тонируем на 1/3. Поехали придавать форму нашим лепесткам. Первые 4 лепестка прогреваем край. Скручиваем с одной стороны, придерживаем. Вторая сторона. Теперь центр. И на что-то кругленькое. Вот такой лепесток у нас должен получиться. Следующие 3 лепестка. Теперь в центре. Прогреваем серединку, придерживаем закрученный край, чтобы он не раскрутился под действием температуры. Таких лепесточка у нас 3. Следующие 4 лепестка.
придерживаем, чтобы сформировался уголочек. Следующие 5 лепесточков. Для последних 7 лепестков нам потребуется кусочек трубы 20 или 26, какая у вас найдется. Сначала прогреваем в центре. Растягиваем. Теперь прогреваем одну сторону. Делаем один оборот и даем остыть. Ничего прокручивать не нужно, просто зафиксировали и дали фоамирану остыть. Есть. Вторая. Теперь держим два края завернутых, прогреваем серединку. И здесь уже пальчиками подкручиваем. Готово. Ну что, поехали клеить. Первые 4 лепестка. У меня один получился очень темный. Вот керамическая такая чаша, на нее я буду клеить все лепесточки. То есть соприкасаться непосредственно с электрикой мои лепестки не будут. Просто другого варианта здесь нет. Смотрите, чтобы первый ряд лепестков у вас полностью закрывал лампочку. Лампочка должна быть светодиодная. У меня здесь пока стоит обычная, но это явление временное. Второй лепесточек напротив первого, на той же высоте. Смотрите, чтобы у вас осталось расстояние, через которое вы сможете просунуть руку и поменять лампочку. Здесь нет съемного плафона никакого, поэтому приходится исходить из того, что есть в конструкции. Так, следующее. Две напротив, два лепестка напротив друг друга в шахматном порядке.
конструкция лампы такая, что нам не удастся никуда ничего повернуть, развернуть, наклонить. Поэтому наш бутон, который будет смотреть исключительно вверх, по-другому никак, мы дополним двумя бутончиками. Следующие три лепестка по кругу. Смотрите, серединка у нас должна немножко утапливаться. Поэтому следующий ряд лепестков немножечко поднимаем вверх, не сильно. Сильно не зажимайте розу. Мы в дальнейшем подклеим лепесточки, если они будут где-то у нас вот так отпадать и не держаться. Теперь ставим по капельке клея, где-то отступив 1/3, и приклеиваем лепесточки. В верхней части, в середине не надо клей наносить, чтобы цветок не получился затянутым. Следующие ряды лепестков нахлёст в шахматном порядке. Следующий ряд лепестков клеим точно так же, на той же высоте, в шахматном порядке. Сильно не затягивайте, иначе вам может не хватить лепестков. Ну, можете, конечно, посильнее затянуть, но тогда вам придется дорезать один лепесток. Вот такую форму имеет наша роза. Теперь мы сделаем два бутончика и листья, которые будут идти вверх и вниз.